Привет, чемпионы! Вы вновь на канале Silver Swim, и сегодня на ваших экранах упражнение головасти. Смысл данного упражнения заключается в том, чтобы натренировать подъемную силу рук и ног. Обязательной составляющей является правильный угол разворота ладони относительно поверхности воды. Когда руки расходятся в стороны, угол не должен превышать 45 градусов, иначе вектор силы будет направлен не в сторону вытеснения, а наоборот, в сторону погружения. А вот когда пришло время сведения рук, вы можете использовать два варианта развития событий. Либо вы зеркально разворачиваете ладони под тем же углом 45 градусов, либо возвращая их по меньшему сопротивлению, супинируя предплечье большим пальцем вверх и вытягивая руку вперед. Первый вариант больше подходит для синхронной работы рук, а второй больше для переменной. Основное, на чем стоит заострить внимание, это горизонтальное положение тела в воде, то бишь таз должен лежать достаточно высоко к поверхности воды. Если же он начинает отпускаться, то вы постепенно превращаетесь в бабушку. Будем создавать новый сюжет. И еще стоит знать, что это упражнение тренирует не только правильную подъемную силу рук, но также правильную подъемную силу ног. Об этом мы уже рассказывали в предыдущем видео. Ссылка в правом верхнем углу. Стоит обратить внимание, что когда руки работают попеременно, то во время работы, допустим, левой руки начинает движение левая нога. Соответственно, во время начала работы правой руки начинает толчок правая нога. Если у вас начинают затекать мышцы спины или шеи, то стоит прекратить это задание и лучше расслабиться, отдохнуть. Хотя бы сделать перерыв в минуту и продолжить. Давайте еще раз проговорим, что тренируем мы этим упражнением. Во-первых, подъемную силу рук. Во-вторых, подъемную силу ног. В-третьих, чувство воды. В-четвертых, это правильный захват, начальную фазу грибка. И в-пятых, правильное взаимодействие рук и ног. Ну а на сегодня у меня все. С вами был мастер спорта международного класса по плаванию, тренер Даниил Серебренников. Ну если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самые свежие видео. Всем пока-пока. Oh my bitch, what she?